самом сердце Евразии расположен свободный Казахстан. Открытая страна с доброй философией. Столица Казахстана – Астана и дворец школьников имени Махамбета Утемисова сердечно приветствуют и поздравляют коллег с 25-летним юбилеем. 15 лет дворец активно участвует в международных проектах. За эти годы коллектив приобрел бесценный опыт межкультурного общения, дружбы и успешного сотрудничества. Мы учим наших детей и молодежь позитивно мыслить, понимать и уважать друг друга, ценить мир. Музыка, танец, творчество, язык понятны всем, и поэтому мы вместе. Из Казахстана с любовью.